Следующим пунктом стал Национальный олимпийский комитет Узбекистана, где гости ожидала встреча с президентом НОК Рустамом Шабдрахмановым. Для начала прошлись по достижениям. Глава комитета рассказал об успехах Узбекистана в ряде видов спорта. Отмечено, что большая надежда возложена на двух велоспортсменов, которые будут защищать честь Узбекистана на предстоящей Олимпиаде в Токио. А сам Аль-Шафар выразил благодарность за содействие Национальному олимпийскому комитету в развитии велоспорта. По его словам, далее сотрудничество будет только укрепляться. Ну а конкретных аспектах, оказавшихся в центре внимания встречи, нам рассказал заместитель председателя Национального олимпийского комитета. Было затронуто очень много вопросов касательно развития велоспорта как в нашей стране, так и на международном уровне. Обсуждался вопрос касательно строительства новой велодорожки BMX. Также обозначались планы по строительству нового велодрома. Господин Осама обозначил три направления, которые хотел бы с нами обсудить. Это первое, это значит выступление нашей профессиональной команды на международных турнирах Cycling World Tours и проведение международных велогонок у нас в Узбекистане. И третье, это возможность строительства центра подготовки специалистов. По итогам встречи, прошедшей в крайне дружеской обстановке, участники обменялись памятными подарками, которые, несомненно, станут символом и напоминанием о заключенных договоренностях.